Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович, вам было поручение. Мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте. Меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдешь. Там российская граница закрыта. Через Прибалтику туда, к Эстонии, дорог нет. Если мы закроем для поляков и, ну, к примеру, там для немцев, что будет тогда? И мы не должны, защищая свою суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем. Мы сегодня увеличили через Беларусь прокачку природного газа, заполнен Ямал Европа. Мы обогреваем Европу, они нам угрожают еще, что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому прежде чем делать заявление, я бы руководству Польши там и другим, литовцам и прочим, безголовым этим, порекомендовал думать, прежде чем говорить. Но это их дело. Закроют, пускай закрывают. Но если только они, не должен предупредить всех в Европе, если только они еще введут нам санкции дополнительно, непереваримые и неприемлемые для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад.